Безусловно, решение о том, что женщина по рождению второго ребенка будет получать материнский капитал, положительно сказывается на количестве рождающихся детей. Как ни старайся доказывать, что все-таки материнство это природное, и все равно женщины бы родили этих детей, и в связи с этим законом рождаются, так скажем, дети, которые родились бы через несколько лет, просто они рождаются быстрее. В любом случае, результат есть результат. По факту, действительно, количество детей, которые сегодня рождаются, выше, гораздо выше, чем это было 15 лет назад. Но а что есть более ценное сегодня, чем рождение новых граждан нашей страны?